Очередь на обеспечение бесплатным жильем в Сарове достигла минимальной за несколько последних десятилетий отметки. Сейчас улучшение своих жилищных условий ждут 840 саровчан. Всего в этом году квартиры по договорам социального найма получили 48 очередников. Большая их часть, 40, въедут в новые квартиры в ближайшие дни. 30 из них получили одно- и двухкомнатные квартиры в реконструированном общежитии на Менделеева, 54. Вот эти однокомнатные квартиры, которые были по Менделееву 54, они вообще предназначены у нас по норме на семью из двух человек. Либо, как мы в этот раз сделали такие комбинации, как семья из четырех человек у нас получала две однокомнатных квартиры. То есть, так как детки взрослые, у нас несколько семей едут в этот дом этаж под этаж. Реконструкция общежитий – это пилотный проект по обеспечению очередников жильем. Модернизация дома обошлась городу в 16 миллионов рублей. В ближайшие дни новым владельцам будут выдавать ключи. Также саровчане принимали участие в жилищных программах и получали сертификаты. 9 семей у нас получили выплаты и успешно реализовали более 500 квадратных метров приобрели. 2 человека, отнесенных к льготным категориям, это чернобыльцы, у нас получили сертификаты, также приобрели жилье. И 1 прекративший трудовые отношения гражданин СРФ Яцвенеев для переселения с территории ЗАТО приобрел квартиру за пределами города. Также в 2020 году 4 квартиры получили сироты. В следующем году администрация города планирует приобрести в 2 домах стандарт-класса по улице Зернова 22 квартиры, которые тоже пойдут на обеспечение саровчан бесплатным жильем. Елена Грицкова, Евгений Шевцов, Александр Мальков, служба новостей, Саров 24.